Всем привет! Сегодня на обзоре Toyota Harrier 2018 года выпуска, рестайлинг, в кузове ЗСУ-60, объем 2 литра, передний привод, 151 лошадиная сила, двигатель 3ZR, не турбо, не гибрид, простой атмосферный автомобиль. Трансмиссия вариатор, цвет снежная королева перламутр, код краски 070. Максимальная комплектация премиум металл and leather package. Отличительные особенности назову по ходу видеообзора. Дорогая LED-оптика, 4 линзы, дополнительная линза на поворот, бегущие поворотники, ходовые огни, штатные парктроники сонары передние, дополнительные вертикальные ходовые огни, диодные штатные туманки, подсветка в ушах, оригинальные штатные ветровики, панорамный люк, хромированные молдинги дверей, накладки на ручках хромированные, задняя полусфера остекления затонирована, штатные задние парктроники сонары, камера опциональная Alpine, нештатная. Два ключа иммобилайзера. Бесключевой доступ, автоматическое складывание зеркал при постановке и снятии с охраны. Редкий перфорированный полностью кожаный салон, рыжий. Электропривод обоих сидений. Память водительского сидения на два положения. Накладки на порогах с подсветкой, модельные коврики. Так, электрокрышка багажника. Айстоп, ТРК антиюз, курсовая устойчивость, адаптивно дальний ближний, электроручник, старт-стоп. Электропривод и память руля. Кожаный мультируль с косточкой управления медиа hands-free, бортовым компьютером, круиз-контроль, радарный круиз-контроль, контроль полосы. Пробег оригинальный 39 тысяч 105 километров. Кожаный подлокотник, подвижной прикуриватель, подстаканники, выведены USB HDMI выходы от мультимедиа. Так, раздельный климат-контроль, ионизатор воздуха, отличительная особенность максимальной комплектации премиум металл leather package, вентиляция и подогрев передних сидений. Подогрев зеркал. Широкоформатная дорогая мультимедиа Alpine. Камера с траекторией движения. Динамические статические линии. Угол обзора также можно изменить. Зеркало заднего вида с функцией автозатемнения. Диодная подсветка по салону. Так, панорамный люк, электрокрышка, шторка. В двух положениях открывается форточка, также полноценно. Защитная сетка, датчик дождя, японский штатный видеорегистратор. Подлокотник для задних пассажиров с подстаканниками.
Задний ряд регулируется по наклону. Ремкомплект. Доводчик багажника. Штатная документация, инструкции от мультимедии, от автомобиля, загрузочные диски. Аукцион TA, открытый тойотовский дилерский аукцион, дата торгов 22 июля 2023 года, номер лота 224, номер кузова ЗСУ 60, 015-94-72. Статистика открыта, легко находится данный автомобиль, как по номеру лота, так и по номеру кузова. 4,5 балла, Б кузов, С салон. 18-й год, 9-й месяц регистрации. Премиум металл and leather package комплектация. ЗСУ 60 комп... так, кузов. Объем 2 литра. Пробег оригинальный 39 089 км по Японии. 0,70 код краски. Первый раз на аукцион выставлялся автомобиль от собственника. В достоинствах панорамный люк, мультимедиа. Так, по замечаниям. Царапинка на пороге небольшая, незначительная. Скольчики, царапинки по переднему бамперу, капоту, крылышку. Ничего критичного. Целый аукцион автомобиль, статистики есть, повторюсь, без окрасов, без замен. Данный автомобиль продается. Подробная информация по телефону, закрепленному в шапке профиля. Пишите, звоните, проконсультируем, подскажем. Объявление на Дроме уже добавлено на сайт Drom.ru. Смотрите карточку продавца, в наличии есть другие модификации, цвета, комплектации данной модели. Всем спасибо за внимание.